Для обеспечения безопасности предстоящей летней Олимпиады в Лондоне будет применено дальнодействующее акустическое устройство, разработанное в США. Этот аппарат называется акустической пушкой и может применяться в качестве громкоговорителя. Однако с его помощью можно также генерировать мощный звуковой луч громкостью до 150 дБ. Это больше, чем рев двигателей взлетающего реактивного самолета. Подобные устройства стоят на вооружении военных и полицейских служб разных стран мира. Британское министерство обороны подтвердило, что подобное устройство будет включено в широкий круг средств для обеспечения безопасности летних игр. Пресс-секретарь ведомства заявил, что звуковые пушки будут применяться преимущественно в режиме громкоговорителя для регулирования движения судов.